финал Белшина Дрифт Чемпионшип оф Юкрейн. Потому что это четвертый этап Белшина Дрифт Чемпионшип оф Юкрейн. Итак, первая пара Дмитрий Илюх и... И Бочаров Игорь. И старт. И, тем не менее, судьи приняли решение, что Дмитрий Илюх проходит дальше. Это значит, что Бочаров Игорь падает в нижнюю сетку. Ось і наступна пара. В'ячеслав Боровицький, Володимир Паларєв. Ой-ой-ой. Був контакт. Есть отмашка, разгон, остановка. Но судьи принимают решение, что он проходит дальше, и у него еще будет время, если что, справиться с техническими неполадками, если таковые есть. Наверняка все наши зрители знают, что у пилотов есть задание, по которому они должны ехать дистанцию. Это дают это задание трое судей, и пилоты его должны выполнить. Первый пилот идет по заданию судей, второй выполняет синхронно все, что делает первый пилот. Очень близко и хорошо держится Никита Лукьянов. Судьи вынесли решение о том, что Никита Лукьянов проходит дальше. В трассе есть фишки, и у пилотов есть судейское задание. Разгоняться, делать постановку, потом ехать по клиппинг-зонам, где вы видите, стоят фишки. И это их задание. Очень широко выехал Сергей Кремец. За ним пытается держаться прямо. Как можно ближе Карагодский. Смотрим второй заезд. Один, два, три. Не справляется с управлением Сергей Кремец. Карагодский и Данила проходит дальше. Есть у нас еще Никифоров Виталий, у которого 800 лошадиных сил под капотом. А есть старт. Вот как раз Никифоров и выезжает. Очень много дыма после Виталия Никифорова. Друзі, давайте більше шуму давати! Як правильно написати ці хештеги, ви можете побачити на браслетах, які знаходяться у вас на руці. А у нас другий заїзд. Перший у нас Марат Мурчин. За ним держиться Віталій Нікіфоров. Питається як можна ближче їхати. У Віталія більш мощний автомобіль, тому намного легше їхати. І він ближче. І... Большое преимущество у Виталия Никифорова, и он проходит дальше. И
Итак, у нас уже есть старт. Следующая пара разгоняется. Это Александр Гринчук и Асатуров Эрнесто. Очень широко и правильно ехал Александр Гринчук, хотя бы летал двумя колесами за линию. Є старт, увага на трасу. Эрнесто Асатуров и Александр Гринчук. Браво, Гриня! Браво, Гринчук! Дальше проходить Александр Гринчук. Якісні автозапчастини, відмінний сервіс. Ну що ж, увага на трасу, є старт. Руслан Шевчук, Сергій Ковальчук. Є старт, увага на трасу. Итак, есть старт, внимание на трек. Руслан Езеров, номер 13, и Липский Сергей. Задание едет Руслан Езеров широко, круто, классно. За ним держится Сергей Липский. И что, второй заезд, смотрим. Пилоты разгоняются. Несинхронная перекладка у Нортена Руслана Езерова. Пытается догнать Сергея Липского. Ждем судей. У нас специально отведенные места для зрителей. И там, пожалуйста, находитесь. Ну, если вы делаете гарні фото або видео, заливайте с хэштегом Drift Ukraine и Drift People. Итак, у нас идет One More Time. Раздулся Нортен, остановите его, пожалуйста. Да что у нас происходит? Сергей Липский все правильно делает, он должен заехать. Браво, Тарантино! Итак, у нас заезд Сергея Липского и Руслана Нортона, он же Езеров. Хорошо, Липский широко и небольшой крэш у нас. В прошлый раз раздулся у нас Нортон. Будем понимать, что там случилось с Русланом Нортоном. Сможет ли он дальше продолжать после того, как у него раздулось колесо. Думаем, что ничего страшного не будет. Просто замена колеса, покрышки. Возможно, ходовая там осталась целая. У нас следующий заезд. Это Владимир Баларьев. И опять у нас есть раздулось. Так что остановите, пожалуйста, Игоря Бочарова. Смотрим, это второй заезд пары Бочаров-Паларьев. Наши специалисты открыли новые возможности производства, чтобы создавать идеальные шины. Мы подвергаем нашу продукцию самым жестким испытаниям, чтобы вы могли получать удовольствие от езды в сочетании с технической надежностью. Спасибо «Эль Кафе Кафе», лучшей караоке сети ресторанов по всему Киеву. Сегодня, кстати говоря, там у нас автопати. Итак, что ж, у нас есть старт. Первый Руслан Кремец. Сергей Кремец, извиняюсь. Ой-ой-ой-ой, широко-широко едет.
Ну что ж. Итак, следующий заезд пары танцов «Кремец». Очень здорово едет пилот, 55-й номер. Сергей максимально близко за ним держится, как мог. Судьи принимают решение. One more time. Для тих, хто може вперше на дріфті, друзі, one more time. Це ще один шанс, окрім таблиці Double Illumination, проїхати і вийти далі. Іноді буває так, що судді не можуть вирішити, в кого була більше переваги, тому що і в одного, і в іншого пілоту є багато помилок, і по балам вони набирають однакову кількість. Тоді приймається рішення one more time, це повний перезаїзд. Знову окремих два заїзди, які будуть оцінюватися з нуля. Попередній заїзд оцінюватися і впливати на результат ніяк не буде. Екватор, тому швиденько до свого автомобіля. АА-76-77МА Volkswagen Т5. У нас є старт. Це пара Асатуров Ернесто і Мурчин Марат. Эрнест в первом заезде показал хорошую езду, хороший дрифт. Посмотрим, что он сейчас будет делать, когда он будет на позиции догоняющего. Много очень корректировок у Асатурова, много ошибок, большое расстояние. Судді дають one more time. Rain та Drift People, коли робите якісь фотографії і заливаєте в соціальні мережі. Для того, щоб простіше було знайти ваші емоції та ваші відчуття під час чемпіонату. Продовжуємо заїзди. Зараз у нас Кремець Сергій і Донцов Дмитрій. Хорошо їде Сережа. Розворот, к сожалению, у нас у пілота на 55. Есть старт. Увидят все ошибки. Есть старт у нас. Постановка. Синхрон от Сережи. Хорошо. Перекладка. Ровные колеса у Сергея. Еще один one more time дают судьи. Хорошая постановка, молодец у нас Асатуров. Пытается за ним близко ехать Марат Мурчин, пилот из Одессы. Ну что ж, есть старт, увага на трассу. Мурчин Марат едет первым. Эрнесто Сатуров, выравнивание было, много очень ошибок. Есть старт. Отлично, отлично проезжает Сергей Кремец этот заезд с большими углами по заданию на Мерседесе. Ждем второй заезд. Под контролем Сергей держит свой Мерседес. Хорошо, 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 близко. Сергей Кремец дальше.
Эрнеста Асатуров. Постановка. Достаточно широко и практически по заданию судей. За ним на большом расстоянии Марат Мурчин. Два пилота из Одессы. Итак, есть старт. Поехали. Мурчин Марат едет первым. Ну що ж, нарешті є результат. Мурчин Марат іде далі. Давайте привітаємо. Так, друзі, увага на трасу. Руслан Шевчук перший. Есть у нас старт. Внимание на трек. Держится Руслан Шевчук изо всех сил за Сергеем Липским. И есть решение судей. Руслан Шевчук дальше. Ну что ж, дякуємо нам за включення. А зараз вся увага на старт. Ми бачимо пару: Віталій Нікіфоров, Олександр Гринчук. Два дуже багато диму. Увага на трасу. Хорошая постановка и выравнивается. Яй-яй! Пожалуйста, наш эвакуатор, скорая помощь. Что ж, будем смотреть за тем, что будет происходить у нас на треке. В данный момент уже наш эвакуатор погружают машину Виталия Никифорова, и буквально через несколько минут мы сможем продолжать заезды.